Веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцы и свои, Господь. Попрась смертью смерть, первенец мертвых пысь. Из чрева адова избави нас, и подоземель, веверию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученицы Твои, Господи, во страдании Своих венцы, прияши нетленные Тебе, Бога нашего, имущего крепость Свою, мучителей не сложишь, сокрушишь, и демонов немощной дерзости,
всех молитвами спаси душу нашу. И ныне и присно веки веков, аминь, Богородица, ты и сила за истиной, возвратившая нам плоть живота. Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помиловать душу нашу. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, те дни поспешит нам, Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый весь святый, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь святый, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь святый, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней писано веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти греки наши, владыка Христа, беззаконие наше, святые посети истине немощи наши, имени Твои братья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней писано веки веков, аминь. Отче наше же истина на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам месть. Не остави нам долги наши, яко же мы оставляем дождяком нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко же и сила, и сила, и слава, и слава, и слава, и слава, и слава, и слава. Аминь. Воскресите днесь из гроба щедрее, и нас возвелись от врат смертных. Ней садам ликует и радуется Ева. В купе же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоя. Господи, помилуй, 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 Благотерпеливе, много милостиве, много богоутробне, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже связывай ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душу нашу осети, телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зло, болезни. Огради нас святыми Твоими, ангелы, да обучениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословение все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимь, и славнейшую и восхваление серафим, Безвестение Бога Соборочую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне благослови, Отче. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй грешного, и ими же весь судьбами спаси меня достойно гроба Твоего, яко благословение себе веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и приведем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и приведем самому Христу Царю Его нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужды и восташи на меня, крепче изыскаши душу мою и не предложиши Бога пред собою. Себе, Бог, помогай мне, Господь, заступник души моей, отврати зла врагом моим, истину Твою про Тебе. Воля Божию Тебе исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печаль избавь меня си, и на враги мои возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего во мими и услыши меня. Воскрепек печали моей, усмотоц от гласа вражья и услужения грешича, яко кинича меня беззаконие и во гневе враждебах уми, сердце мое смотрите во мне, и боязнь смети нападе на меня, страх и трепет прийде на меня, и покрима тьма, и ректо даст ми крылья, яко голубиня и полешу и почию, се удали се бега и во двери се пустини, чай Бога спасавшего меня от меня от малодушия от бурь, спасавшего меня от малодушия от бури, Потепи, Господи, и разрези язык, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обидеть после нам его, и беззаконие и труп посреди его и неправда, и не усходил стогни его лихве и лест, яко аж би враг помастил ми по тебе, бых уба, и аж би ненавидим я на меня вели вечер волокри бы сот него, ты же человече равнодушие, владыка мой, знамение мой, и же купно наслаждаться, если со мною брашен, Дому Божий, ходиним единым мышлением, да прийде же смерть на дня и да сны на твар живый. Яко локатство жилищих и посадей, Господь Богу, возвах и Господу, услышим я. Вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой.
Избави миром душу мою от приближавшего со мне, якобы мнозе бяху со мною. Услыши, Бог, и смирить, я си прежде век не споим изменения, яко не обоявшися Бога. Просте руку свою на воздаяние, оскорбившися завете Его, разлишися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умнякнувшися со веса их, паче и леета со стрелы. Возвези на Господа печаль Твою, и то это преподание даст век мови праведнику. Ты же, Боже, не изведешь их, студенец и сление, мужья кривые листы не прибыла дней своих, а же, Господу, уповай на Тебя. Живые помощи вечного крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ви заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, бувай на него. Яко то избавится от сети лопши, и усовесе матеш на плешма своим осница, и под крыле его надеющийся, оружием обидится истина его, не убоишься страха ношного цели лицащего дни, от вещи во тьме приходящего страши и беса блудиного. Падет от страны твоей тысяца и тьма одесной тебе, к тебе же не приближится, а бачи, чем и твоему смотришь, и воззияние грешного узришь. Яко ты, Господи, упование мое вишнего положилось, и прибежище Твое, не приди к Тебе зло, и рано не приближишься к телеси Твоему, як ангелам своим запевеся Тебе. Сохранитеся во всех путях Твоих, на руках возьмутся, да никогда прекнешь я камень ногу Твою. На аз предай вас лиска наступнище, и побереш ли вас змея, яко на мя опова и избави, упекри, яко позна имя мое. Возвеком я и услыши Его, сними си скорби из моего и прослави Его. Догододни исполни Его и влюваемо спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно век веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи милой, Господи милой, Господи милой. Да веселятся небесная, да радуется земная, яко святили державу. Мыши своей, Господь, попраст метил смерть. Превени смерть век быст, из чрева адова избави нас и подаде мирови велю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы, приящене тление Тебе, Бога нашего, имущий Бог крепость Твою, мучители не изложиша, сокрешиша и демонов в немости, и детства стейте, к молитвам и спаси души наша, и ныне и присно и век веков. Аминь. Яко не имам и дезавение за премногие грехи наши, Ты еже от Сверошего самоли Богородице Деву, много поможет моление Мартине, яко благосетию Владыки, не презни грешек, моби все чистые, яко милости весь спасними ги, и же всегда ты нас изволивай. Скоро да претвояднейше дроти Твоя, Господи, яко не шахом дело. Помози нам, Боже, спаси наш, славе ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени, ради Твоего. Святи Боже, среди крепи, среди смертни, помилуй нас. Святи Боже, среди крепи, среди смертни, помилуй нас. Святи Боже, среди крепи, среди смертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святи, посвяти Иисусе, немощи наше имени Твоего ради. Господи, милуй, Господи, милуй, Господи, милуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина на небесах, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесах и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставным долгом нашим, яко же и мы оставляем душам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскресни си днес из гроба щедре, и нас возвести от врат смертных. Днес Адам ликует и радуется Ева. Купи же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоя. Господи милой, 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 Господи милой. Господи милой, 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 Господи милой. Господи милой, 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 Господи милой. Господи милой, 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 Господи милой. Иж на всякое время, на всякие часы, не веселится мне поклоняемый, не славный, чистый Божий. Долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее. Иже правня, любви, грешни, милуя. И же вся завета спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими и наши часы и молитвы, и исправи же во нас и заповедям Твоим. Души наши святить, Христа чисти, помышления с правдами и все чисти. И избави нас от всякой скорби, злой болезни.
Разина с этими твоими ангелами, да почини соблюдаем и соблюдаем, достигнем соединения веры, в разуме преступной твоей славы, яко благословение ты век веков ими. Господи, милуй, Господи, милуй, Господи, милуй, слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков ими. Вечный чей, первый, слава Аминь. Боже, Господи сил, и все Твои свидетелю, ищи за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаслави на спасение рода нашего, и честим Его Христом рукописание, грех наших красизавы, и победив всем начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими и нас грешных благодарственнее сия, и молебней молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всяко злобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклонись от наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей изви души наша, да к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанно и Тебе исповедание и благодарение высылаем, изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и си сидим и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! О, ежи избавите люди своя
благочестие, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем всяком граде стране и бережущих них, Господу помолимся. Thank you.
Господу молимся. Сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи,
Господи, спаси благочестивия и успешины. Не по ада человека приятней, ниже научился
во явление Иисус Христов. Слышите, о моей житие и на каждом Господе, яко по премногую, как и в церковь Божию, и разрушавью, и преспевавши, Господи, паче многих, сверник моих, вроде мое. Излиха пепните все отеческие моих преданий, я даже благоволит Богу, и прави меня от чрева матери моя, и призвавай благодатью Своею, явите Сына Своего во мне, поблаговествую Его во языце, абие не приложится плоти и крови. Не вздоху Иерусалим, бедный апостолом, но и сходу Аравию, и паки возвратится Дамас. Потом же, по третьи лета, вздоху Иерусалим, собрядать и Петра, и прибыл у него день 15-я. Иного же от апостола не видите, Бога Иакова, брата Господня. Благодать по мере дарования Христова, тем же глаголе, пощадь на высоту, пленю и себе, и даде даяние человеку, а ежи изиди, что есть, аще не точью, яко и сните прежде, дольнищие страны земли, тщетный твой есть, соседы и превыше весь небес, да исполни всяческая, не твой дал есть овцы, овы уба апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители, совершению святых дело служения, создание тела Христова, Он держит достигнем си поедини веры и познание Сына Божия, мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Brethren, I make known to you that the gospel which was preached by me is not according to man. For neither received it from man, neither was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former conduct in the religion of the Jews, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in the religion of the Jews beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with the flesh and blood, neither did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me. But I went to Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him for 15 days. But I saw none of the other apostles except for James, the brother of the Lord. Иду ко твоему. Аллилуйя, глас третий, на тебя, Господи, упова, да не постижутся во век. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У тебе, Бога, за жителя, дом прибежит, еже спасти меня. Аллилуйя, аллилуйя,
и Господь услыша их. Аллилуйя! Rich man who was clothed in purple and fine linen.
bread of the crumbs that fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and being in torments and Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in its flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. And he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. So far was he was, but his love was Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С праздником, братья и сестры! Евангельское чтение сегодня приоткрывает нам некоторые тайны Царства Небесного. Сегодня мы слышали притчу о богаче и нищем Лазаре. Это были два совершенно противоположных человека. Имя богатого не упоминается в притче, потому что имя по традиции дается ребенку на восьмой день жизни. Восьмой день – это символ вечности. Богач не наследовал вечную жизнь, и поэтому его имя не записано в книгу жизни, ни в Евангелии. Нищего звали Лазарь. Имя Лазарь означает «помощь Божия». На этом человеке почивала особая сила Божьей помощи. Без Божьей помощи Лазарь бы не выжил. Ведь он лежал больной, голодный, под открытым небом, на холодной земле зимой и под раскаленным солнцем летом. Люди приходили мимо и не замечали Лазаря, но псы жалели его и лизали его раны. А в доме богача непрерывно шли пиры, зажигали светильники, в саду горели факелы, играла музыка. На столах стояли блюда с пищей. Но вот наступил день, и оба, Лазарь и богач, умерли. И снова их судьбы разошлись. Лазарь ангелы отнесли на небо, где он удостоился вечной радости, а богач очутился в аду на вечные муки. Причем богач попал в ад не за то, что он был богат, а за то, что равнодушно относился к страданиям больного и голодного Лазаря. Ничем не помогал Лазарю. А Лазарь, по словам святителя Иоанна Златоуста, был свят и праведен, потому что не осуждал никого, ни надменного богача, ни людей, проходящих мимо. Эта притча говорит нам о том, что произойдет с человеком после смерти. Когда наступит смерть,
наша душа разлучится с телом, ее примет на руки наш ангел-хранитель и понесет Богу. Так было с Лазарем, и так будет с всеми, чьи души, как душа Лазаря, жили по воле Божией, никого не осуждали, не озлоблялись, не завидовали, переносили все скорби благодушно, без ропота. А наоборот, те, кто в своей жизни откажется от исполнения заповеди Божией, разделят участь богача. Богач жил в свое удовольствие, не думал о других и тем более не думал о Боге и его заповедях. Души богача взяли демоны и унесли в ад, где он тяжело страдал. Дальше эта притча открывает нам еще важное сведение о загробном мире. Из нее мы узнаем, что в аду люди не лишены свободы. Они могут говорить, выражать свои чувства и пожелания. Богач из ада, увидел в раю Лазаря и Авраама и стал просить Авраама послать к нему Лазаря, чтобы облегчить его страдания. Но Авраам ответил, что после смерти люди уже не могут помогать друг другу. Если бы богач имел хоть каплю раскаяния о том, что прожил жизнь черствым эгоистом, то из ада он был бы воскликнуть: «Прости меня, Лазарь, что я тебя не жалел. Отче Аврааме, помолись за меня. Господи, прости и помилуй меня грешного». Но он и тут этого не сделал. Вместо этого он попросил Авраама предупредить его братьев, чтобы и они не попали в такую же беду. То есть он косвенно обвинил Бога, что он вовремя не предупредил его, бедного. Вроде, если бы меня кто-то предупредил, то я иначе бы жил. Неужели бы Божья Матерь со всеми святыми и ангелами не заступилась бы на несчастного богача, если бы он воззвал к ней из ада? Неужели бы Господь не отказал бы милости этому несчастному? Как не отнимается у нас за гробом свобода, так не может отсякнуть и божественная любовь. Господь всегда нас любит, даже в аду. Значит, вечную муку идет только тот, кто сам отталкивает Спасителя, кто отвергает его призыв. Евангелие сегодня нам возвещает радостную весть. Господь зовет нас к радостной вечной жизни. Те немногие люди, которым Господь однажды в жизни дал возможность кратко увидеть рай и вернул обратно в земной жизни, говорили, что никакая земная радость даже не близко, не похожа на ощущение той радости, которую они испытали в раю. Эта радость открыта всем нам. Но когда человек кончает свой земной путь, он уже не может сам не покаяться в грехах, не прибавить в себе добрых дел. Зато мы можем просить Господа о милости к нашим усопшим близким. Молитва – это проявление нашей любви к ближним. Это особый род милостыни. В православной церкви есть 6 суббот в году, как это так называемая родительская суббота. Например, вчера была именно такая суббота – поминовение усопших. Накануне, в пятницу вечером, а затем в субботу утром, мы молимся за всех наших покойных братьев и сестер.
никогда не пренебрегайте возможностью совершить это доброе дело. Приходите на пути на эти богослужения, подавайте списки имен ваших ближних на поминовение. А поминальные молитвы нужны не только умершим, но и нам самим, потому что Господь особенно благоволит к тем, кто молится за других. Happy feast day, brothers and sisters. The gospel reading today reveals to us some of the mysteries of the heavenly kingdom beyond the grave. Today, we heard the parable of the rich man and the poor Lazarus. These two people were completely opposite in their character and circumstance. The rich man is not named in the parable because, according to pious tradition, a name is only given to the infant on the eighth day, as the number eight symbolizes eternity. The rich man did not inherit eternal life, and so his name is not recorded in the book of life or in the gospel. The name of the poor man was Lazarus, meaning help from God. He was especially endowed with God's help. Lazarus would not have survived with God's mercy. This sick and hungry man lay on the frost-covered ground in winter and under the blazing sun in summer. People, oblivious to Lazarus' suffering, ignored him. Only stray dogs took pity on him and licked his infected wounds. Meanwhile, the rich man feasted sumptuously day after day. His home would be lit up with a myriad of lamps and with torches in his garden. Music played, and his tables were laden with expensive and exotic foods. The guests who came to these feasts would most likely have to step over Lazarus at the gate's entrance. Then came a day when both men died, and again their destinies went in opposite directions. The angels took Lazarus' soul to heaven, where he inherited eternal joy, while the rich man found himself in hell to experience eternal suffering. The rich man went to hell not because he was rich, but because he was indifferent to the suffering of the sick and hungry Lazarus. He did not help him. And Lazarus, according to St. John Chrysostom, was righteous and holy because he did not judge anyone, not even the arrogant rich man, nor the guests that passed by. This parable reveals to us what happens after we die. When we die, our soul will part from the body. It will be taken by a guardian angel to God. This will happen to all those whose soul resembles that of Lazarus, who lived according to the will of God, who did not judge others, did not allow hatred to enter their heart, was not jealous, and carried their cross good-naturedly without complaint. However, those who decline to live according to the Lord's commandments will follow the path of the rich man into hell. The rich man lived selfishly. He did not consider others, did not relate to God and his laws. His soul was taken by the demons to hell, where he suffered terribly. The parable proceeds to reveal some more important aspects of life after death. We find that in hell, people do not lose their freedom. They can talk, express their feelings and wishes. The rich man saw Lazarus and Abraham in paradise and asked Abraham to send Lazarus to help relieve his suffering. Abraham replied that people are unable to help each other in the afterlife. If only the rich man had a touch of remorse for the selfish life he lived,
he would have been able to cry out, "Forgive me, Lazarus, that I was so unkind to you. Pray for me, Father Abraham. Lord, please forgive and save me, a sinner." But he did not do this. Instead of this, he asked Abraham to forewarn his brothers so that they would not find themselves in the same terrible predicament. In other words, he indirectly implied that God had not warned him. Had he been forewarned, he would have done things differently, he implies. Surely the Mother of God, the saints, and the angels would have defended the poor and wretched soul if the rich man had only cried out to them from hell. Surely the Lord God would have been merciful to this poor man. Just as we retain a freedom, a free will in life after death, so does God's divine love for us also remains. The Lord always loves us, even in hell. Therefore, it is only those people who refuse God's love, refuse their Savior, that are doomed for eternal suffering. Today, the Holy Gospel once again brings us good news. The Lord calls us to a life of eternal joy. Those few people who have had near-death experiences and have briefly experienced the heavenly kingdom report that any earthly joy pales into insignificance with the joy that is experienced in heaven. They did not want to leave. Heavenly joy is open for all of us. Once a person's earthly life finishes, he can no longer repent or increase his list of good deeds. However, we who remain on earth can ask the Lord to be merciful for our reposed loved ones. This is a special kind of almsgiving. In the Orthodox Church, there are six Saturdays in a year devoted to commemoration of the dead, called Parental Sundays. For instance, yesterday was the last Parental Saturday for this year. Never neglect the opportunity to carry out this important good deed. Come to these services, present the list of names for commemoration. Prayers for the departed are needed not only for those who have died, but also by all of us, because the Lord especially favors those who pray for others. Amen. Богу нашему, о Еже избавитель людей свой от враг видимых и невидимых,
наши учительными смыть любе и благочестие. Священство наших и всем добрыстве, братстве наше. Еже молимся блажен преснопамятник, святейшим патриаршим православных и благочестивых царев, и благоверных царицев, и сестра святаго, храма сего, и всех прежде почивших цех и братьев, земли сейчас по всюду православных. Господу спасителю нашему, о Ежеше храните в единении правоверии Церкви православную, во всем мире пребывающую, и держать ее в мире без мятежей, любовь и согласия, просим си, Господи, услыши, помилуй. Бог припрезрите на люди земли украинские, и сотрите ее непреберимо, от раз и краше, молим Тебя, милосердный Господи, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милосердно, пощадите нас от губительного поветрия на недвижимого, избавите верные люди Твоя от смерти душевные и телесные, недугающие, и целение и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и затопление. Молим Тебя, милосердный Господи, скоро услыши, и милосердно помилуй. Сердце запрещен тебе припадем, и сняшь пьем ти, и цели болезни, у врачу и страсти души телес рабов твоих, Ирея Давида, Ирея Георгия, Архимандрит Йова, Надежды, Тамари, Алия, Фресини, Вери, Дарья, Реста, Павла, Нини, Антония, Михаила, Драгона, Виктория, Георгия, Лени, Таизи, Маврикия, Анны, Валентины, Валентина, Александра, Татьяны, Любови, Елены, Алексея, Никиты. И прости меня, как благословить вся прегрешение, вольная и невольная, и скоро воздвигнет дроболезни, молимся за услыши и помилуй. Браме всем, труждающихся, поющих предстоящих людях, ожидающих Тебе, великое богатие милости. Supplication of us, thy sinful, unworthy servants, who have angered thy graciousness by our transgressions, and have provoked thy deep compassion, and enter not into judgment with thy servants. But do thou turn aside thy fierce anger that hath been justly seized us, appease the destructive threatening, avert thy terrible sword that, although invisible, covers us grievously, and spare thy poor and needy servants. Enclose not with death the souls of us who have fallen down in repentance with broken hearts and tears before thee, our kind-hearted, condescending, and accommodating God. For thine is to show mercy and to save us, O our God, unto thee do ascend of glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever, unto the ages of ages.
крещение Господи мир. Верный крещение помолимся, так Господь помилует их. Огласи словом истины. Видим Евангелие правды. Соединитесь, встретитесь, соборные Божьи церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани Божьи Твоей благодатью. Оглашение главы ваши, Господи, преклоните.
патриарха Московской Святой Руси, господина нашего, высокопреосвященного Мариона, митрополита Сушимирганского, Нью-Йоркского, архиепископа Синейского, Австрийского, Новозеландского, первиерарха Всевышней Церкви, господина нашего, преосвященного Георгия, епископа Камбельского, да, поет Господь Бог, по царствам всегда, ныне и присно, и во веки веков. Бога хранимости на Руси, святого славы, великий Авдотья, и все сильно сущий, что обожит дающий и день, и так. Да поведет Господь Бог, по царству своем, всегда, и присно, и во веки веков. Священство наше, что поменет Господь Бог на Царстве Своем, всегда и присно, и во веки веков, во веки веков, Пресителей, утверждающих, верующих, Oh,
утешим и медленнее Божьим царствием не будет конца. И в Духе Святого Господа живот творящий душа от Отца и святящего Духа. И же с Иосами Сына сотворяет, и славим от Голошего пророки. Во едино святое соборное облазы свою церковь. И исповедуй едино крещение благословение грехов. Чаю воскресенье веры и жизни будущего века. Аминь.
Сыну. Аминь. И дав Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Избавьтесь нам от всякие скорби, гнев и нужды. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Здравствуй, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Не все совершенно свято, мирно, безгрешно, у Господа проси. Хранители души телес наших, у Господа просим. Помилуй, Господи. Прощение сомнений, гроби, прегрешений наших, у Господа просим. Помилуй, Господи. Добрый праздник душам нашим, и мир, милый Господа просим. Помилуй, Господи. Прочим мир живота нашего, мир и покаяние святого Господа просим. Нашего, без болезни постедни мирны, и доброго ответа на страшном среди Христовой просим. Помилуй, Господи. Сильнее не вери, и причастся к Духу и всесильше, сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Oh.
конец. Святая, святые. Sofa was here with us. I said, I'm supposed to say that I wanted to. Do you know the second floor? Yeah, I think we've got a better place.
будете без драмы идти? Честно. She's just getting post footy. Yeah. So you can go. Thank you.
Еще раз сам причистая тебя, сияя самая честная кровь, смотри с каменами. Прости мне прегрешения, вольно или вольно, словом же, верно же, видно, видно, что вы были осужденны, причаститесь. Причистая твоя тайна, своя стыдь, Божья, вечная, вечная твоя тайна, и с ними будет причастие, причастие своей стыдь. Не врагом, кем там тебе, но и зайди людям, когда с Богом, помоги мне Господа, Царство. И не суд, поступи, и посещение, и Господи, и исцелим душу и тело. Благословение Твое. Иди,
прежде же святи пречистых, не безмерти вешать, не подрастаешь, то витаем. Господи, говори, Господа, заступи, спаси, помилуй, зарни, на пользу, 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 на Ministry of the Holy Spirit.
Священнейшим, епископ Георгий, все все братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хранимы странно, российские, сельские, стражественные, украинские, православных, людях его, отечественных, России, несущих его, спасение стран всех, привели воинство их и от всякого христианства стране. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прощение, благословение Божие, епископа Цивилевана, спасы, упом, и архимандрит Алексея с братьем Гуманеаном, сестрам, говори, сестрам, говори, с братьем, христиане, кипом, 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 Thank you.
утро, сегодня было диаконом, Матфея сегодня было, Ирия Александра Диас сейчас был диаконом, Герман Марина сейчас был Ирия, Владимир Иоанн сейчас был Ирия, Евгений Мария сейчас был протоиерея. Его Божий Александр Александр Александр. Марка Романа, Дмитрия, Георгия, Николая, Ильи, Ирво Божих, Михаила, Симеона, Сергия, Антония, Кирилла, Максима, Натальи, Константина, Валерии, Виктория, Александра, Романа, Павла, Николая, Елены, Елены, Анастасии, Валентины, Александра, Александры, Иоанны, и рабу Божию, Тамары и Виктора, и всех прихожих слага храма сего. Души зрения с сомнением, сердцем сокрушенным и падным, снячь в объятии, истребляющую и страсти души телес рабов твоих, Архимедита Ива, и Ирея Давида, Ирея Георгия, рабу Божию, Надежда Тамары, Аллы, Ефросинии, Веры, Дарья, Ареста, Павла, Нины, Антония, Михаила, Драгона, Виктория, Георгия, Елены, Таисии, Маврикия, Анны, Валентина, 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 Александра, Татьяны, Любови, Ксения, Ксения, Никиты, и просим вся согрешение, вольно или невольно, скоро мы дни на болезни, молитесь, услыши, и помилуй. Вышний Бог, спаси нас, полагай всех концерт, занесущий мой до речи, милости, милости, будем в дыгарке всех наш помилованы, милости Бога, человека любит Бога и сеет, во славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресного веки веков. Аминь. Пресвятые Девы Богородицы, помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Примився, Богомощная Пречистка, Госпожи Владычица, Богородительница, всечестные дары, Тебе единок прикладно от нас и достойных любовь Твоих, всех родов избранная, всех тварей небесных, земных выше явшись, понеже бы Тебе на ради быть Господь сил с нами. И Тобое, Сына Божий, по знакам сподобимся, святаго тела Его, пречистой крови Его. Тем же блаженный сей роди, родов богоблаженных, и любимый святейший, Серафима честнейшая сущая. И ныне сипета, Пресвятая Богородица, без стоя молящийся о нас и достойных любовь Твоих. Еже избавиться на всякого совета лукавого, и от всякого стояния сохранитесь и нам, неврежденного всякого ядовитого влога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденно нас соблюди, якобы Твоим заступлением, помощью спасаемым, славу на хвалу, благодарение, поклонение Всея Троице, Единому Богу, и всех стадатей высылаем ныне и пресно, и во веки веков.
Всех, кто не спасет, на всяком плаву, через прибудение.